Привет. Давненько мне так тяжело не давалось введение. Возможно, потому что девайс, который будет в этом обзоре, довольно бестолковый и непрактичный, но в то же время прикольный лично для меня. Короче, в этом видосе будет кратенький обзор трехцветного ценника на электронных чернилах, а также про то, как я использую его в качестве тактикульных патчей, хранилища мемов, напоминалок и прочего. Мне вообще очень нравится устройство E-Ink экранов с их субпикселями в виде колбочек, и я довольно много времени потратил, наблюдая их в микроскоп. Занимает меня эта простота постройки изображения только изменением полярности заряда. И энергоэффективность, и контрастность, и работа в отраженном свете – все это преимущество электронных чернил. Но эти оды мы, пожалуй, оставим для обзора какой-нибудь читалки следующей. А пока меня заинтересовали цветные экранчики. И выяснилось, что там какие-то супер-пупер замудренные схемы, то ли с RGB, то ли вообще со смуком, и стоит все это как крыло от самолета. А вот трехцветные экранчики не слишком усложнены и, следовательно, не слишком дорогие. Эта технология последние несколько лет взяла дикие темпы в торговле. В частности, ценники на рекламные плакаты. Ценниками сейчас вообще никого не удивишь, можно в какой-нибудь DNS зайти и на них поглядеть. И как-то Алишечка подкинула мне магазин, который торгует этими самыми ценниками. Как в огромных количествах, совместно там со всякими АСУТП, а также были варианты, на которых изображение закидывается с помощью NFC через телефон. Существуют разные размеры. Я же купил с диагональю 4,2 дюйма. Меня сразу посетила идея использовать его как многоразовый патч /шеврон для всяких мемов и смешнявок. Ну, в общем-то, то, для чего и используется большинство тактикульных патчей. В результате, за не особо запредельный ценник, каламбурчики, я получил трехцветный ценник. То, что диагональ 4,2 я уже сказал, а общие габариты 115 на 85. Толщина у него 6,5 мм. Сзади, ближе к нижнему краю, находится утолщение до 13 мм. Это батарейный отсек. Там находятся плоские 3-вольтовые батарейки, соединенные в параллель. Довольно странный выбор типа питания, но производитель заявляет что-то типа 8 лет работы. Да, кстати, на обратной стороне видна липучка. У меня был кусок самоклейки Велкропапа. Именно с его помощью ценник будет крепиться на патч-панелях всякой снаряжки. Изображение на ценник закидывается с помощью приложения NFC Label. Есть он для Android и для Яблока. Там присутствует несколько шаблонов, включая текстовый, но естественно можно использовать и картинки в формате JPEG или PNG. При этом разрешение у них должно быть 400 на 300. Так как это все-таки трехцветный экранчик, то изображение может быть частично цветным. Далее я полез в микроскоп и тут получил довольно противоречивую информацию. Изображение строится из довольно крупных квадратов, но даже при большом увеличении субпикселей не видно, зато видно какую-то сетку в форме сот. Я предполагаю, что она используется для армирования экранчика. Сами же колбочки могут быть слишком глубоко под слоем пластика, чтобы смочь на них сфокусироваться. Загадка дыры, короче. Загадка дыры! Еще благодаря наличию красного цвета получаются неплохие фотографии людей. Не случайно хромакей, он же зеленый экран, именно зеленый. Этого цвета практически нет тони кожи, поэтому при его удалении не страдает картинка. Соответственно, у нас все наоборот. Красного много в тоне кожи, поэтому получается плюс-минус норм. Что можно сказать по итогу? Поиграться и поизучать мне понравилось. Прикладное же применение, как я и предупреждал, минимальное. Ну прикольно же, на рюкзаке таскается норм, хоть и боязно за прочность. Также хорошо себя чувствует на холодильнике. Можно перед уходом на работу оставить романтическую картинку супруги. А в целом больше сказать нечего. Надеюсь, девайс вам также понравился, как и мне. Всевозможные лайки, подписки и комменты, естественно, приветствуются. А у меня на этом все. Спасибо за внимание.